Коллеги, добрый день. Меня зовут Сергей Золотарев, компания Arena Data. Большое спасибо предыдущим докладчикам. Очень интересное выступление. И хочу поблагодарить организаторов за такую прекрасную насыщенную программу. Вообще, мне кажется, с каждым годом конференции становятся все интереснее и интереснее. И вообще мы живем в очень интересное время. Очень, как это помните, да, не дайте бог жить во время перемен. Мы живем во время перемен, и мне, например, это очень нравится. Потому что за прошедший год, который прошел, случилось столько событий именно в нашей жизни, ну, как компании, которые, наверное, там не случались за все предыдущие годы. Мы и вы тоже, вот наши партнеры, наши клиенты столкнулись с огромным количеством различных вызовов. Там, ну, если скоро мы говорим о технологии, то, наверное, я буду больше говорить о технологических вызовах. И я в своем коротком докладе попытаюсь рассказать, что интересного из вызовов мы увидели, и как мы вместе с вами, вместе вот со многими из вас эти вызовы преодолевали. Ну, прежде всего, наверное, наша платформа, которая, в принципе, уже ну, достаточно известная на рынке, и на этой конференции неоднократно звучали выступления наших партнеров и клиентов, которые внедряют нашу платформу. Большое вам спасибо, что вы нам это доверили, самое ценное, что у вас есть, ваши данные. Вот. Мы ответили на вызов рынка, и, собственно, Иван Павлович рассказывал, да, у нас появился замечательный продукт «Арендат-каталог». Да, арендат-каталог это то, чего не хватало в нашей платформе, причем ощутимо не хватало. Да, мы решили целый ряд задач, которые стояли перед платформой и перед нашими клиентами. То есть у нас появился бизнес-глоссарий. Да, мы сейчас расширяемся в сторону и качества данных, и подробно об этом расскажет Ваня Новоселов, генеральный директор компании «Арендат-каталог». В 17.30 у него будет выступление, вот, где он очень подробно расскажет о продукте. Я, наверное, расскажу немножко в другом аспекте, да, что новые продукты, когда выходят на рынок, ну, всегда вопрос, они вообще нужны кому-то, они решают задачи, не решают, насколько они востребованы. И вообще корпоративный рынок, рынок хранилищ, он очень консервативный. Тот рынок, на который мы с вами давно и успешно работаем. Вот у нас вот фактически продукт вышел год назад, вот выступая год назад на этой конференции, мы только еще говорили, что у нас выйдет продукт. Да? И за год продукт вышел, вышел первый релиз, второй релиз. Я тут как-то не буду у Ивана отбирать выступление, да, но вот что можно констатировать точно, что на сегодняшний день мы имеем на абсолютно новом таком тяжелом корпоративном продукте 7 промышленных внедрений, которые стартовали, некоторые уже близятся к какому-то логическому финалу каких-то этапов, да. Внедрения идут очень быстро, продукт создается очень быстро, и безусловно, мне кажется, мы здесь очень здорово ответили на те вызовы и на те вопросы, которые стояли у рынка, которые стояли у наших клиентов. Ну, собственно, в 17.30 Иван Новоселов поподробнее про дат-каталог расскажет. Вот. Наверное, все-таки основной вызов, который стоял и стоит до сих пор перед всеми нами, это переход с того наследия, которое мы с вами имели в виде различных иностранных вендоров. И, в принципе, там Арендата, будучи на рынке уже какое-то количество лет, достаточно четко понимала, да, что вот есть сложившийся пул вендоров, мы имеем методику перехода с этих вендоров, мы имеем продукт для перехода с этих вендоров. И вот, ну, прежде всего, это всегда была Teradata, практически там все крупные инсталляции Teradata в этой стране. Ну, вот утром вы слушали выступление Бориса Рабиновича, да, они все тихонечко переезжают на GreenPlum. Все крупные инсталляции, соответственно, Cloudera, они все тихонечко переезжают на Arendata, Hadoop в том или ином виде. Вот, соответственно, Teradata, Cloudera всегда для нас были такие традиционные вендоры, и мы помогали нашим клиентам перейти с них на нашу платформу. А в этом году мы столкнулись с новыми технологическими вызовами. Частично вот, собственно, у меня сейчас будет первый слайд как раз, по-моему. А, нет. Вот. Очень всегда тяжело было подступиться к Oracle Exadata. Да, это прям прекрасная машина баз данных, которая как замечательно справлялась и с LTP нагрузкой, так и с OLAP. Да, для нас это всегда был технологический челлендж. Ну и, собственно, мы в этом году стали уже, так сказать, делать проекты, которые позволяют этот челлендж как-то реализовать или ответить на него. Да, и очень приятно, что у нас появились проекты.
Ну, вот здесь как раз вот целевая архитектура. Вот на предыдущем слайде было то, что было у клиента. А на этом слайде как раз на то решение, на которое клиент перешел. То есть за счет того, что наша платформа многокомпонентная, нам удается фактически декомпозировать ту нагрузку, которая идет на такую серьезную машину, как Exadata, и различные, скажем так, форматы данных, различные типы нагрузки исполнять на различных движках. Собственно, это та идеология, которую мы изначально закладывали в платформу, и вот сейчас эта идеология стала в полной мере играть, да, когда мы не пытаемся, скажем так, съесть слона сразу, мы едим его по частям. И достаточно эффективно. Да, ну вот, собственно, это как-то даже наш маркетинг согласовал возможность упомянуть заказчика, да, это один из международных банков, OTP-банк, который успешно работает в нашей стране, успешный розничный банк. Проект сделали очень быстро. Следующий слайд это про то, как мы частично подошли к SAP-у. Да, SAP это тоже был тот вендор, к которому мы не могли подойти и в силу технологической зрелости, и в силу того, что был очень сильный, скажем так, как это назвать-то, ментальный сет того, что SAP это ого-го, и кто такая арендата, чтобы как-то на нее переходить с SAP. Тем не менее, ну вот, собственно, в этом году мы сделали несколько проектов по переходу с SAP BV. Один из проектов, там детали проекта вы слышали в предыдущем докладе. Да, ну и фактически архитектура на сегодняшний день полностью сложившаяся. Не буду скрывать, к нам перешли часть людей, которые работали в московской команде SAP. Да, то есть мы знаем эту технологию изнутри. Вот. Опять же, в предыдущей жизни мы имели контакты с SAP, и SAP даже делал коннектор к арендате, осознавая, скажем так, важность присутствия компании на российском рынке. SAP сделал коннектор для арендат, но его никто не использовал, потому что ну, никто даже себе представить не мог в обычной ситуации переходить с SAP на арендату. Сейчас такое количество проектов уже несколько, да, и если перед вами стоит такая задача, мы с удовольствием про это поговорим. Плюс у нас есть замечательные партнеры, которые хорошо отработали эту методику. Эта методика масштабируемая. За прошлый год было сделано несколько проектов. То есть те технологии, которые мы сегодня умеем замещать из портфеля SAP, это SAP HANA и SAP BV. Поэтому, если у кого-то такое что-то есть, welcome. Вот. Ну и, собственно, сам проект был реализован в облаке нашего партнера VK Cloud. Да, мы очень рады, что и заказчику проект понравился, как вы слышали из предыдущего выступления. Облако, да, это, наверное, такой тоже новая реальность нашего времени. Хранилище очень консервативные штуки. И все большие хранилища страны до сих пор живут on-premise, либо в private cloud'ах. Данные все хотят иметь при себе, но мы видим очень четкий и очень, на мой взгляд, такой осознанный паттерн использования облака. Да? Это небольшие, быстро растущие проекты. Вы слышали, проект сделали за 4 месяца. Да? Ну, наверное, никто не рискнет взять на себя обязательство мигрировать в существующее хранилище на новое за 4 месяца. Да? Вот. Но дерзнули. Да. Вот. Вторая история – это какие-то вещи для тестов, для демонстрации, для прототипов. Вот. Ну и вот ритейл оказался такой, наверное, самой динамичной индустрией, да, которую вот мы имеем уже совместно с коллегами из ВК несколько крупных реализаций, ну, для облака, крупных для облака реализаций, ритейловских именно хранилищ в облаке ВК, да, благодаря тому, что в очень удобном формате сделан PaaS-реализация нашей платформы, очень быстро растет, ну, то есть в этом году кратно возросло количество облачных проектов, поэтому если кто-то про это думал, вот, можно двигаться. Вот, следующий большой проект, который мы стартанули в прошлом году совместно с Почтой России, одна из крупнейших инсталляций Vertica. Vertica – прямой конкурент и GreenPlum, и Arianedata DB, технологически очень сильная платформа и всегда славилась там очень лояльными клиентами. Действительно, технически очень хороший продукт, нам всегда было очень тяжело с ними на российском рынке конкурировать в обычной ситуации. Вот, ну вот, очень крупная инсталляция в Почте. И в прошлом году мы стартовали
проект. То есть первым этапом был сделан большой полномасштабный пилот. У заказчика была масса сомнений относительно того, как будет производительность, насколько мы сможем повторить функциональность один в один, как будут решены интеграционные вопросы. Но фактически вот это нормальные вопросы, которые задает там себе здравый руководитель подразделения по работе с данными или даже вице-президент, курирующий эти истории, прежде чем пойти в проект по хранилищу. Да, для этого мы делаем пилоты, у нас отработанная методика, и вот как бы копилка технологий, которые мы умеем уже замещать, она пополнилась еще и такой технологией, как Vertica. Ну и еще один проект из FMCG сектора, ну FMCG, ритейл, достаточно близкие по динамике сектора. Вот, это международная компания, мы здесь не будем называть ее, это крупный FMCG игрок. Вот, и здесь вся история осложнялась тем, что помимо того, что у них фактически была дата-платформа, это комплексная дата-платформа, она жила еще в хорошем международном облаке, в облаке Microsoft Azure, да, и в связи вот с ситуацией коллегам нужно было быстро сделать такой же проект, но на аналогичной дата-платформе российского производства и в российском облаке. Уникальность в том, что сроки, естественно, да, плюс одновременно была внедрена практически вся наша дата-платформа, включая дата-каталог. Вот, коллеги получили огромный экономический эффект. Причем, что здесь интересно, что изначально этот проект инициировался под эгидой импортозамещения, да, но в ходе него, что для нас особенно приятно, коллеги получили реальные бизнес-эффекты, такие как time-to-market, были реализованы целый ряд инструментов селф-сервиса для бизнес-подразделений, были реализованы, там более была ускорена работа хранилища, которое, там, новый продукт, который получили коллеги. У меня, наверное, все. Я постарался уложиться, оставить вопросы, время для вопросов. Да. Вы знаете, было два вопроса из зала на предыдущих выступлениях, я бы на них ответил сначала, а потом бы стал бы получать новые вопросы. Значит, вот Иван говорил про то, что количество специалистов, которые знают ArenaDataDB, не так их много, да, а потребность большая, и это была одна из причин, почему они пошли в облако, потому что в облаке все настроено. Вы знаете, мы прекрасно это осознаем, и как ответственный вендор очень много инвестируем именно в построение своего собственного учебного центра. На сегодняшний день, на сегодняшний год учебный центр готовит более 600 инженеров в год. По ArenaDataDB направлению у нас есть 3 курса для администраторов, для разработчиков и для бизнес-аналитиков. Да, в ближайшее время появится выделенный курс по дата-каталогу, то есть наш новый продукт будет полностью поддержан необходимой методологической информацией для его внедрения. Ну и точно так же по ArenaDataHadoop, по ArenaDataQuickMarts, все наши продукты очень хорошо представлены. Поэтому, если кто-то ощущает нехватку специалистов, welcome к нам учиться. Вот, всех научим. И второй был вопрос, как раз вот коллеги рассказывали про новые, как это, cutting-edge technologies, которые переворачивают мир, и был вопрос, собственно, вообще, как бы, насколько RTDM, сценарии обработки в реальном времени, ну, на эти, собственно, вопросы, там у нас тоже есть ответ, да, есть прекрасная in-memory SUBD Picadata Grid, которая на сегодняшний день, наверное, одна из самых быстрых SUBD, ну, не только в России, но и в мире, вот, и если есть желание попробовать, мы с удовольствием дадим протестировать. Спасибо. Так, вопросы? Пожалуйста. Это у нас коврижки есть, опять же, за вопросы. Так что вы активизируйтесь. Евгений Аксофт. Подскажите, вот сейчас был слайд по миграции всей инфраструктуры на ArenaData. Можете уточнить, пожалуйста, по срокам такой миграции и последовательности? Это не может вестись все одновременно? Что-то параллельно, что-то за другим следует и по срокам? Это же на пару лет? Евгений, да, спасибо за вопрос. Вы знаете, все очень зависит от технической задачи, да, от того наследия, которое есть, и от воли заказчика. Да. Когда воля есть, мы видим, что вот такого рода проекты происходят до полугода. Ну, то есть, если у заказчика высокая готовность. Но в основном это все-таки компании среднего, ну, такого среднего размера. Совсем большие компании в области там топ-5 российских банков или там топ-5 каких-нибудь индустриальных гигантов. Конечно же, проекты миграции хранилища идут от 1 до 3 лет.
Но технически это можно сделать за полгода. Ну, то есть продукт это позволяет, существующие методики это позволяет. Но очень часто надо решить целый ряд административных. То есть, ну, зачастую, наверное, тут ну, не дадут соврать, там, защита проекта на архитектурном комитете, защита проекта на инвесткомитете, да, потом пересмотр, конкурс, переторжка, это все полтора года, да. Вот если это все выбросить, или три, все, я молчу. Вот, окей, я ответил. Так, вот там вопрос еще был, пожалуйста. Да, вот говорили про импортозамещение SAP HANA, но ведь SAP HANA это же не только с УБД, да, то есть она цена своей платформы, да, то есть HANA Platform и как там Leonardo, которую они внедрили в нее. Вот можете поделиться планами у ArenaData, есть какие-то вот идеи вот по аналогичным вещам внутри своей, вокруг своей с УБД? Дмитрий смеется, наверное, над именем Leonardo. Вот, смотрите, конечно же, мы расширяем палитру продуктов, которые, да, и вот, собственно, там наша платформа – это лучшая иллюстрация. То есть у нас все время появляются какие-то вещи. Вы абсолютно правы, в чем сложность, допустим, заменять проекты на базе SAP HANA, потому что там очень много, помимо самого движка, сделано что-то еще помимо этого, да, и в этом, конечно же, большая сложность. Мы не одни в этом тяжелом, на этом тяжелом пути. У нас есть партнеры, которые вместе с нами это делают. То есть мы очень, скажем так, активно поддерживаем какие-то наработки партнеров или партнерские решения, которые на базе движка ArenaData делают какие-то индустриальные solutions, да, или индустриальные проекты. Поэтому вот одним нам это не поднять, только с партнерами, конечно. Еще вопросы, пожалуйста. Ну что ж, спасибо большое. Успехов вам. Да, спасибо, Дмитрий.